Всем привет! Сегодняшнее видео будет крайне важным. Поэтому прежде чем вы начнете прыгать по тайм-кодам на интересующие вас сборки, я настоятельно рекомендую досмотреть первую сборку от начала до конца. В ней я постараюсь указать на все ключевые моменты текущего патча, все, что было связано с изменениями. Ибо это дальше будет идти также сквозным текстом через все остальные гайды на всех остальных персонажей, которых мы будем делать. На Грубера я потратил почти полторы недели времени, чтобы обновить все сборки и собрать все эти данные. Плюс ко всему прочему. То, что я увидел в комментариях под Хантером, я даже не стал отвечать. Потому что я видел, что люди не до конца понимают, текущие изменения. Чтобы вам было интереснее и понятнее, насколько вы осознаете текущий патч, я вам задаю вопросительный тезис который когда дойдет момент видео я буду по нему объяснять если ваше мнение ваш ответ совпадет с моим или вы его осознаете и поймете полностью то пожалуйста дальше прыгайте уже по сборкам если же вы этого в принципе не понимали и для вас это что-то новое я еще раз рекомендую пересмотреть первую часть видео чтобы уже более вдумчиво и осознать все эти аспекты. Итак, тезис такой у нас будет. А Грубер у нас, ульта Грубера, она дамажит или нет? Все, а мы с вами начинаем. Итак, собственно, первая сборка у нас сегодня будет на Палачевском мече. Да, именно на Палачевском мече, несмотря на все что, то, что вы писали, что игра она стала вообще нереально, все сложным. Палачевский меч является на наемнике топовым оружием. Самая топовая сборка будет на палачевском мече. Все остальные уже будут произвольными или же дополняющими. Но также я вам хочу сказать, что сборка в текущем патче 3.1 будет более дамажной, чем сборка в предыдущем патче. Собственно говоря, начинаем. Да? Значит, у нас в 3.1 изменилось по Палачевскому мячу. Следующее, что у него уменьшили анимации на 8,5%. Но при этом я сразу вам говорю, да, чтобы вы тоже все это видели. Несмотря на то, что анимации уменьшили, то есть скорость оружия понизилась на, соответственно, 8,5%, на третьей лайт атаке у нас добавили 10% крит-шанса. Это первое изменение в патче 3.1. Да? Второе изменение в патче 3.1, которое связано с Палачевским мечом и вообще со всеми остальными персонажами, изменилась система критов. А именно, криты сейчас действительно прокают. Они действительно появляются, а не так, когда у вас на сиене разогнан крит до 50%, а вы не видите 5-6 ударов ни одного крита. То есть сейчас счетчик накапливается и все равно у вас даже при минимальном на самом деле раскрутке крита у вас все равно будут криты, но вот эти вот дополнительные крит шансы, которые были э, очень во многом оружие внесены, они как раз эту систему еще в, очень даже дополняют. То есть вот это два ключевых момента по изменению в патче трейдинг. И плюс ко всему прочему у наемника есть его пассивка, талант который у нас, соответственно, вот он, при попадании по трем целям дает 10% бафа скорости. Я уже говорил, что в этой игре есть кап скорости. По всей вероятности, это не кап, а если исходить из того, что в последних патчах и все, что системы меняются, вот на то, что с резистами, то, что, соответственно, на перемножение поставили, то, что с уроном в начале того года, точнее, в конце осенью сделали патч тоже на перемножение урона. По сути, скорее всего, скорость у нас тоже перемножается. Поэтому чем больше вы разбафываете скорость, тем меньше становится виден эффект. Скорее всего, это работает именно так. Поэтому при том, когда вы уже прокнете изначально как минимум пассивку, пассивку грубера, то есть на 10% скорости, вы уже, можно сказать, вернетесь в предыдущее состояние, когда вам кажется, что палачевский меч работает отлично. А дальше, когда у вас уже будет быстрое истребление, которое прокает, соответственно, с критов. А как я уже сказал, с критами, да, там проблем сейчас не наблюдается в игре. Я вам это говорю как игрок, который тестирует постоянно. То есть, я в прошлом патче, когда мы делали с вами видео, когда я объяснял, что усилители крита не работают, когда я объяснял, что, собственно говоря, критов практически в игре нету. Это все очень видно, когда ты работаешь с этим постоянно. Сейчас вообще на всех персонажах все отлично с критами. Пока я еще не столкнулся ни с кем. Поэтому первая задача, которая у вас есть, это активировать, соответственно, вот эту пассивную способность. Разумеется, если это не волны, то у вас ее активировать не получится. Например, если идут хаосвары. Не вопрос. Дальше мы используем с вами... То, что у нас хотели отнять, а дополнительный шанс крита на хэви атаках, его не отняли, и слава богу, если бы вот здесь отняли шанс крита, и вот здесь бы его не было, тогда бы палачевский меч в текущем патче отправился в помойку, и это правда. Но при вот этих вот э, данных, соответственно, мы теперь просто выжидаем, когда у нас прокнет наш крит. А он прокнет, как вы видите, он прокает и прокает постоянно. Дальше уже мы не наблюдаем с вами вообще никаких проблем со скоростью. То есть, э, обычный игрок вообще не заметит разницы между текущим патчем и предыдущим патчем при быстром истребителе и основательном. Ударе. Даже при одном быстром истреблении уже не заметит. А если ты новичок и начинаешь только играть, твоя задача просто сначала не идти на рожон, а вот сначала прокнуть. Криты постоянно идут, ребят. Криты идут постоянно. Более того, я скажу, что в билде на данном моменте не используется бижутерия на крит-шанс. С критами все замечательно. В игре тоже с ними все замечательно. Теперь мы переходим непосредственно к самому билду. Мы сейчас разобрали два момента ключевых с патчем, а именно это изменение крит-системы, которую вы должны помнить все время, что теперь криты действительно работают. И второй момент, что вы должны проверять оружие и понимать а, его основные параметры и свойства, как оно работает. Итак, собственно говоря, переходим к билду. Первый талант ⁇ гордость наемника, восстановление хп за убийство. Второй талант ⁇ так же, как и в предыдущем пасе. Вместе веселее мы увеличиваем, соответственно, пауэр и тем самым легче уничтожаем волны. Третий талант. У нас произошло фундаментальное изменение. Это первооснова. По этому пункту я объясню чуть позже. На канале есть видео по всем а, талантам из этой ветки с 15 уровня, где я объясняю, как они работают. И вот в текущем патче это дальше будет. Мы как раз к этому дойдем. Я расскажу. Четвертый талант. Также без изменения Рекланский жнец увеличивает пауэр на 15% при активации пассивки. То есть, когда вы активируете пассивку, у вас начинает работать рекламный жнец. То есть еще дополнительно 15% пауэра. Тоже опять крайне важно на волнах. Пятый талант. Здесь изменение. И опять оно достаточно фундаментально. То есть, барьер из клинков мы от него отказываемся. И отказываемся в пользу увеличения доджа. А, связано это с тем, что как раз... Сейчас ульта, скажем так, 25%, у нас есть три степени персонажей по ХП. То есть это 120 ХП, 150 ХП и, соответственно, 180 ХП. То есть разные персонажи, в зависимости типа, от их классовости, имеют разный базовый набор ХП. То есть, видите, у грубера-наемника 150 ХП. Так вот, а в случае получается, что у нас этот персонаж является ДД милишником, да, среднего такого, то есть неполноценный ДД, как на 120 120 ХП, который у нас вот прям игра, разработчики предполагали, что вот это персонажи будут ДД и дают им самое меньшее количество ХП, а типа такой ДД саппорт. Вот, а с учетом того, что на большинстве ДД, точнее, у нас есть 30% резиста, то э, в этом случае у нас здесь мы уже изначально проигрываем. Плюс ко всему прочему у нас палачевский меч, который у нас сейчас замедлен, да, до того, как вот-вот. Видите, хэви атаки очень медленно. До того, как вы прокаете, пока вы не прокнете, вы должны Скажем так, иметь сейф зону. И вот как раз уклонение дает именно вот эту сейф, вам зону, чтобы вы прокнули. То есть я не говорю, что у вас с первого удара прокнет а, крит, и у вас все, дальше вы будете разваливать, как и раньше. То есть, вот так вот, с такой же скоростью, чтобы даже не замечать, разницы, образно говоря. Он не прокнет с первого раза. И вот для того, чтобы у вас была возможность прокнуть его, то есть прежде чем пойти в полное наступление, прежде чем вы отправляетесь, скажем так, во все тяжкие, у вас а, должна быть по минималке либо основательный удар, либо быстрое истребление. Пока прока нету, мы уворачиваемся. Поэтому а, здесь сейчас талант на палачевском мяче именно вот в таком виде. Теперь шестой. Шестой талант и ульта. А, и мы возвращаемся к тезису. Ключевой момент при выборе ульты, ребят. Да, здесь сейчас будет много-много воя, но данная ульта является мусором. В моем понятии она является мусором, я ее практически отказался во всех билдах, и я поясняю почему. Барьеры из клинков предыдущей версии и отход работали вместе 40%-25%, что давало 65% защиты. А в текущей версии, например, эти два таланта одновременно дают 44% защиты. А если говорить для группы, для ДД, у которых есть 30% защиты, то плюс, соответственно, 25%, там получается 48% защиты. Вот. Но, но, вот здесь вот, ребят, мы возвращаемся к тому тезису и вопросу, который я вам задал. У нас есть сейчас ульта, которая уменьшена в КД 20%, что составляет, что мы, соответственно, э, в одну пятую будем давать ульту чаще. И вот здесь как раз все будет завязано. То есть первая основа. Помните, я говорил в предыдущем патче, почему не используешь первую основу на грубере. Во-первых, теряешь брейкпоинты на пистоле, это факт. Во-вторых, теряешь дамаг по тяжелым целям, по хаосварам, по элите. Потому что она не прокает. Сейчас мы работаем по следующим принципам. То есть мы даем ульту и тем самым мы э, даем максимальный урон, возможный с первого основа. То есть, когда мы орем на ту же толпу, толпа падает. Это максимальный счетчик стаггера. Соответственно, в этот момент мы разрезаем палачевским мечом с максимальной возможной эффективностью. То есть, если говорить про толпу выдавая постоянно ульту, постоянно под толпою, мы поднимаем ДПС до самого, до самого высокого значения, которое только возможно достичь на этом персонаже. Еще раз, у нас на волнах есть пауэр, который копится от мести веселее, есть резкий жнец и есть самый сильный талант по второму стагеру, который наносит. А второй стагер у нас гарантируется именно ультою. Поэтому мы, пост мы максимально быстро откатываем ульту. А в случае в этом билде у нас еще будет при, э, предложено и на бижутерии. Соответственно, как я сказал, э, именно откат ульты. То есть 30% на 33% на 33% эта ульта сейчас эффективней. Потому что здесь ни в связке, даже на грубере, ни в связке с другими персонажами, не дает бессмертия. Если говорить 48%, да, там, а по снижению урона, если у вас ДД. Допустим, если у вас не full столб или, например, у вас есть два гримуара в команде, то отход не дает до... То есть раньше отход был сейфовым а, ультой, который гарантировал того, что вы, ваши персонажи под ней, скорее всего, переживут что угодно в этот момент. Потому что, например, оверхед того же Хаосвара наносит 150 хп. Если у вас два гримуара в команде, у вас всего 71 хп на фул столбе, что означает, что оверхед вы не переживете. В предыдущей версии вы переживали, ну и самое главное, ребят, то есть в предыдущем патче, также у нас, да, два таланта давали 65%, сейчас в сумме дают еще раз 44%, то есть два таланта в сумме дают меньше, чем давал один талант. То есть этот талант отнимается полностью. Эффективно вы, получается, вы теряете талант целиком. Вот поэтому, ребят, я говорю, вы можете обсуждать это в комментариях, но в большинстве сборок этого таланта больше не будет. Может быть, еще для ботов его оставлю. Но по факту вы просто теряете один талант полностью. То есть эффективного таланта нету и не будет. По тезису, я надеюсь, вы поняли. Вот таким вот образом мы сейчас разгоняем дамаг а самое главное что мы не только разгоняем дамаг мы даем постоянный контроль которого теперь не хватает потому что нам нужно компенсировать отсутствие защиты то есть защиты у нас теперь нету мы теперь играем отчасти на скеле потому что это через увороты а это наш сейф то есть мы постоянно роняем противников на, э, на ко противника которые лежат на лопатках мы э, их во-первых быстро очень убиваем во вторых во-вторых, мы прокаем все, что нам нужно. И основательный удар, и быстрое истребление. Происходит это практически моментально. Тем самым мы не чувствуем вообще никакого дебафа от того, что у нас на Палачевском мече отняли скорость. Но при этом мы, как я сказал в начале видео, в начале этой сборки, эта сборка становится теперь максимально дамажной. Максимально профитно дамажной именно за счет связки вот этих вот двух талантов. И за счет того, что у нас добавили криты, которые теперь у нас гарантируют практически постоянный прок быстрого истребления. Вот, собственно, ребят, вот говорю, если вы также, вы понимали, да, вот сейчас то, что я сказал по поводу, что такое домашний ульта. К тому же я напоминаю, что в этом случае, помимо, да, здесь у нас типа сейф, а здесь тоже сейф, ребят. Мы, во-первых, кладем толпу, а во-вторых, не забывайте, что все остальные персонажи также имеют 15-ю ветку талантов если у них даже возросшая сила выбрана на персонаже, то они тоже будут иметь максимальный ДПС в этот момент. То есть волны вы будете уничтожать следующим образом. Две волны пришло, то есть вот волна делится на несколько мини-волн. Две мини-волны подошли, вы скинули ульту, в моменте все истреблено. Потом за время, пока у вас приходят еще две мини-волны, стакается, то, соответственно, уже откатывается ульта, снова крик, снова в моменте все уничтожаются. А выбор остается, как всегда, за вами. Этого я даже не рассматриваю. Но выбор в ульте, ребят, отход или готовность к действиям остается на ваш выбор. Я, я пояснил, все за и против. Вы уже будете решать сами. По вооружению, ребят. Значит, палачевский меч. 5 шанс крита, 5 скорость атаки, быстрое истребление. К сожалению, здесь больше хаоса использовать нельзя. Нам нужен и крит шанс, и скорость. Это связано с нерфом. Быстрое истребление, уже понятно почему. Пистоль. А, кстати, еще момент. Надеюсь, что досмотрели те, кто по тайм-кодам будет прыгать. Обязательно пересматривайте сборки очень внимательно. Почти везде поменялись характеристики, потому что теперь, поскольку у нас не, не везде будет возросшая сила, пистоль тоже меняет характеристики по принципу тех брейкпоинтов, которые вам требуются. Итак, у нас пистоль идет. А, второй слот, ребят. Опять возвращаемся к патчу 3.1. Пистоль, я уже вам говорил, что это оружие богов, вы это уже знаете. Но теперь это оружие вдвойне богов и полубогов. Потому что, во-первых, увеличенный боеприпас, запас амуниции, позволяет вам не так часто пытаться попадать по головам. Брейкпоинты у этого оружия завязаны на убийство в пузо а значит, вы имеете возможность на вскидку убивать очень быстро спешалов. И еще в текущем патче увеличили скорость перезарядки. На последних стримах вы можете видеть, из нее прям как из пулемета долбишь. То есть, как из пулемета долбишь, только вот единственное, что если брать многозарядную пистоль, я как считал ее помойкой, так она остается помойкой. Здесь вы всю обойму скинете, вам еще перезаряжаться, еще и вот, и вот, и вот все, да. Здесь один выстрел в пятку ноги делаете, хоть как-то попадите, и вы убиваете спешала. Быстрая перезарядка, вы готовы убивать следующего спешла. Плюс еще дополнение, ребят. А, клифф. Клифф увеличили. Что такое клифф, ребята? Показываю вам, что такое клифф. Допустим. Допустим. Вот Глободилер. Такое тоже мы уже видели неоднократно на... Соответственно, на стримах. Э вот у нас Глоба идет. За ним, например, Штормбермен. Как вы видите... Расстояние, во-первых, пули поражающие достаточно высокое. То есть, таким образом, зачастую вы будете убивать и по два спешла одновременно. Вы знаете, что спешал часто спавнится, особенно на катаклизме их спавнится очень много, а очень часто выходят одинаковые и из одного места. То есть, делая выстрел, вы зачастую будете убивать сразу несколько спешлов. Плюс ко всему прочему, как я сказал, перезарядка, да, которую увеличили, которая стала гораздо комфортнее. Гораздо комфортнее в реалиях игры. Ну и амуниция. Амуниция это для людей, которые любят мазать. Характеристики в нашем случае. Пехота 10%. 10 Скавина, осторожный стрелок. Значит, бижутерия первая. Еще один ключевой момент, по которому я просил досмотреть. 20 здоровью, 30 понижением блока, природная связь. Ребят, значит, природная связь будет во многих сборках у нас. Но я вижу следующую ситуацию. Четыре тела попало одновременно с природной связью в игру. То есть, допустим, проточный портал. Допустим, у вас есть одна книга, и плюс вы потеряли ХП. В конце не было аптечек, были одни банки. Вы зашли, например, с 50 ХП и 20 ХП, 20 ХП временного, или 30 ХП временного. Временное ХП в моменте на проточном портале ушло, пока выходит босс, потому что ХП уходит быстро. А, и по факту получается, что у вас, у всей группы, либо одна треть ХП, либо чуть больше. А, одна очередь пулемета, минус один персонаж. Вторая очередь пулемета, минус второй персонаж, который его резает. Третья очередь пулемета, вайп. Будьте, ребят, а, внимательны при выборе перка. А, его подбирать под свою игру. Я играю достаточно неплохо, чтобы не пропускать ударов нужного количества. То есть, или же играть в балансе, что у меня зеленое хп все равно восстанавливается под белым хп. При этом у меня фул белого хп. <coughs> и так далее. Здесь все перки а, работают подбирайте его непосредственно под свою игру, под свои запросы. То есть, да, в нашем случае природная связь, почему хороша на грубере? Потому что белое ХП вы восстанавливаете. У вас есть палачевский меч, топ восстановления ХП. На волне восстанавливает, на элите восстанавливает, на всем восстанавливает. А у нас есть ульта, которая у нас по КДШ, и мы белое ХП восстанавливаем. Поэтому при, и при этом я лицом не ловлю все удары. Если уже вы ловите, то возьмите сюда либо допхил, либо возьмите оставление аптечки, если вы и кричите, зайдя в катку сразу, я доктор, я доктор, пожалуйста, мне этот, у меня 25% шанс. У нас в 1.0 так и было. Люди забегали и кричали, вот я вот, у меня 25%. С одной аптечки иногда можно было всю тиму выхилить. Очень часто это было. То есть используйте, подходите с умом не создавать, то есть я понимаю, что я сейчас начну делать сборки, у нас такая ситуация часто, да, а вот сборка выходит, и мы видим в рандоме вот людей всех в этой сборке. Ребят, не делайте так, подбирайте под себя, я даю поэтому максимальной информации и максимальное количество сборок, чтобы вы смогли что-то подобрать под себя с природной связью будьте очень осторожны. Будьте максимально осторожны. Есть очень много карт, которые вас просто а, через хуй перекинут, если вы играть на самой природной связи не умеете. Вторая бижутерия. 10 против пехоты, 5 скорость атаки, щедрость. Ребят, значит, брейкпоинты завязаны, во-первых, на пистоле. Здесь, поскольку возросшей силы больше нет, мы убиваем именно глободельеров и пакмастеров. И пакмастеров, да. В нашем случае здесь может быть пехота заменена только либо на скавинов, но пехота это гораздо лучше. Во-первых, потому что мы помним, что у нас понерфлено амиле оружие. Все-таки его надо как-то разбафать предварительно. Да? Стагер увеличить по нему, клиф увеличить. да. Поэтому пехота лучше. То есть вы можете поставить сюда пехота хаос и, например, э, хаос, да, вот таким вот образом собрать, тогда вы будете убивать э, карусельщиков и лечей с одного выстрела в пузо. Но при этом не будете убивать пакмастеров. Э, и это крайне важный момент. То есть, чтобы убивать пакмастеров без возросшей силы на пистоле, вам нужна одна характеристика скавинов. В этом случае вы не дав... если вы, например, поставите пехота хаус, кавины, то забейте, убивать вообще никого не. Будет. В общем, два варианта, ребят. Когда вы играете не на возросшей силе, у вас либо это пехота с кавины, здесь пехота или кавины, либо пехота хаус. Здесь либо пехота хаос в этом случае один из вариантов характеристики. И, и вы понимаете, кого убиваете. То есть, в случае с хаосом выбором, вы будете убивать сугубо а, личей и карусельщиков, и я считаю их менее проблемными целями. Да, потому что они практически не двигаются, очень жирные. А вот пакбастер, который прется где-то там, где-то что-то и хочет выебать какого-то из ваших союзников, более важной целью, поэтому я выбрал пехоту скавина. Но остальные брейкпоинты я вам тоже рассказал. И последняя бижутерия, ребят, 10 к восстановлению ульты, соответственно, 33% сопротивления проклятию и гренадер. По ульте все сказано, то есть 30% это на 33% эффективнее, чем использование подобной ульты. И, соответственно, на оптаймы урон все возрастает примерно в эти же показатели. Это первая сборка, ребят, на палачевском мече. Вторая сборка тоже на палачевском мече. Она будет выглядеть Следующим образом, она для более начинающих. Здесь я просто показываю вам, что можно изменить в ней, чтобы было чуть попроще в начале. Соответственно, взять барьер из клинков, как я уже пояснял, а, Грубер – это персонаж второго как бы, тира, то есть у кого 150 хп. 25%, да, это не 30%, но в милишке он помогает. И на последней бижутерии вы также меняете на просто крит шанс. То есть вы берете вот таким вот образом Это вам помогает, соответственно, изменения. Здесь вам помогает, ну, все-таки, более допускать ошибки А крит вы берете для того, чтобы быстрее, еще быстрее Прокать, скажем так, на вот это вот быстрое истребление И переходить в вас Вот, видите, третий удар, он шикарен Третий удар, он шикарен Вот, чтобы быстрее переходить, скажем, вот в этот момент где а, вы еще пока все контролировать не можете, все проки не можете контролировать. Это так для, ну, для игроков, которые не, менее опытные. Те, кто на Палачевском мече а раньше не могли, то есть есть люди, которые, например, писали еще в комментариях давным-давно. А, блин, я заряжаю хэви атаку и всегда в этот момент умираю, потому что не со всех сторон тыкают. То есть, а, люди, в принципе, не освоили Палачевский меч. А в этом случае, ребят, а с... Можете попытаться освоить его еще раз, но это станет еще сложнее. И -то в этом, как говорится, не можешь не мочи уже жопу. А в эту сборку, вот прям в эту сборку, мы берем с вами вот таким вот образом Кувалду. Вот таким вот образом мы берем Кувалду. Талант здесь уже на выбор, как вам будет удобней. А соответственно, эта сборка великолепно будет работать уже через Кувалду. По такому же принципу, как это было на Палачевском мяче. То есть, здесь уже не возбраняется. Кувалда у нас имеет в патче 31 1 ап и нерв. Но самое главное, ребят об И ап звучит следующем: каждая атака, каждая атака у нас кувалды приводит к тому, что противники попадают под второй стагер. То есть, когда вы стоите вот таким так, вот образом, сдерживаете толпу, а рядом с вами стоят тиммейты месяц. Какой бы талант на 15 уровне у них не был выбран, он будет иметь максимальный значение. Видите, здесь 20, 40, 40, 60, ну там 7% там примерно туда-сюда. То есть всегда э, во, всех, во всех талантах, чтобы не было выбрано, после вашего удара... А человек, который будет наносить урон по этой ему цели, будет иметь максимально разбафанный урон. Поэтому кувалда ни в коем случае не возбраняется. Это превосходное дополнительное оружие, при том, что оно всегда игралось именно на уворотах, но в предыдущей версии, поскольку увороты были необязательны и а, имели, скажем так, не такой а, важный аспект, то а, Поэтому у нас кувалда сборку я не делал. Сейчас, пожалуйста, вы можете использовать кувалду. То есть вот тот, кто не может освоить палачевский меч, кувалда ваше все, вы можете прекрасно на нем отыгрывать сборка остается все то же самое. Максимальный депос, который только возможно выдавать, плюс баф урона. Кстати, схожий баф получается, типа как, как будто у вас бастион, только еще круче. Только еще круче, потому что бастион с людям бафает там, на 10% урон, да. А здесь вы сразу бафаете максимальный, ну по стагеру, без дополнительного. Ну, собственно говоря, вот так вот. Вот такие вот три первых сборки, три основных сборки для вас да? Кто досмотрел, тот молодец, надеюсь, что вы поняли Дальше я, соответственно, вам рассказываю основные сборки, которые у нас появились Появились в текущем патче, новые, ну, относительно новые Следующая сборка, кстати, кто был внимательный, кто старичок на канале Обратит внимание, что раньше эта сборка называлась «Бульдозер», сейчас она называется «Палач» Ибо «Бульдозер» у нас появился новый это наша сборка бульдозер, ребят. А, сборка для новичков, идеальная сборка для новичков, а, саппортных новичков, в принципе новичков, да. То есть это сборка у нас, которая у нас будет играться через копье, у которого, к сожалению, отняли немного понерфили, но зато теперь она вот играется таким вот образом. Билд у нас выглядеть будет следующим образом. Строевая подготовка становления ХП через нанесение урона по нескольким целям. Опека Хельварга. Возросшая сила. Бей сообща, ребят. Да, потому что мы здесь играем в саппорт. В саппорт и еще раз в саппорт. Барьер из клинков э, важная э, составляющая билда. Потому что вот в этом случае, почему мы не используем э, базовое расстояние? Во-первых, две, точнее две причины. Первая причина. Копье и так стагерит и у нас дает сейф э, достаточный. То есть при том, что у нас мы как бы никогда с ним не прыгали, как козлы по горам. да, э, Поэтому э, нам он не требуется. А второй момент здесь это бульдозер. Да? Вы помните в чем суть выдавать ульту по кд кд ульты в этом билде у вас будет 28 секунд 28 секунд а вы помните что я объяснял в предыдущей версии ульта дает максимальный урон через тагеры она дает возможность дебафа для всей группы до да, по урону она заливает хп а вот поэтому чем больше вы сможете выдавать а всасывание урона является также а, частью отката отката ульты и готовность к действиям, разумеется, ульта. По вооружению, ребят, это у нас копье. Характеристика 5: скорость атаки, затраты на блок, понижение 30%. Обязательно находчивый боец. Пистоли у нас то же самое. Нет, нет, ну, а та же, как получается, хаос, да, здесь. Да, то есть это пехота Скавины. Осторожный стрелок, но у нас здесь возросшая сила, поэтому сейчас объясню. 20 к здоровью. Затраты на блок понижения. Природная связь. Опять выбор за мною. Здесь обязательно, обязательно, ребят, 10 против хаоса, 5 скорость атаки, щедрость. Щедрость, кстати, теперь всегда, потому что Грубер теперь... Скажем так, его КПД на банках гораздо снизилось, поэтому он эффективен, когда больше лучше раздаст кому-то. Хаус обязательно это для пистоля Вот в сочетании текущих сейчас характеристик: пехота с кавина и хаос через возросшую силу у нас шот всех, абсолютно всех э -э спешалов с одного выстрела с пистоли в живот. То есть здесь мы не делаем с вами выбор, кого же будем стрелять, тоскавина или Хаусов, Вот, но, как говорю, и плюс у нас здесь остается хаос, который нам помогает даже против пехоты хаоса, в частности, и против э, хаоситской хатроди, вы сами знаете. Последняя бижутерия, разумеется, 10 к восстановлению ульты, 33% сопротивлению проклятию и гренадер. Откат ульты, ребят, в среднем 28 секунд. Давайте я сейчас покажу. Вот, я сейчас буду прожимать, соответственно, ульту, использую обычную ротацию, даже не скоростную, обычную ротацию, ребят. Обычную ротацию, вы по тайм-коду смотрите, сколько у меня уйдет на откат ульты. То есть, это лайт-атака, хейви-атака, это наша ротация, которую мы с вами используем непосредственно на, ну, когда играем на копье. Вот сейчас была ошибка, но и хрен с ним, как говорится, да. Вот, собственно, по тайм-коду смотрите, говорю, полминуты это вот среднем. Это потому что, скорее всего, здесь будет полминуты, потому что я сделал несколько ошибок в ротации. Вот, а полминуты, ребят. При том, что у нас минута 3, а если будет точно, минута 4 откат, если просто полноценно ульты. То есть... Каждые полминуты вы даете команде 25 хп, вы поднимаете каждые полминуты до максимального уровня ДПС, Точно так же, как и помогаете и себе, в частности, на том же копье. Из главных, как говорю, напоминаю людям: пересматривайте хантеры, ребят, пересматривайте предыдущие версии по груберу. Я там рассказываю про копье, про ротации. Здесь я этого уже делать не буду, так видео длинное. При этом я напоминаю, что копье у нас никогда не, мы не использовали, практически на быстрое истребление, потому что в ротации это быстрое истребление у нас не дает ничего. Вот, а, и как следствие, то есть мы здесь, кто играл на копье раньше, никаких изменений для себя не почувствует. То есть в комфорте именно использования самого оружия ничего вы не почувствуете. При этом вы максимально сопортите, вы, распро... вы даете 10% дополнительной скорости атаки, вы каждые полминуты повышаете максимальный ДПС группы и еще а, заливаете ХП просто лучшая саппортная сборка из всех существующих. Это вы просто, говорю, вы поддерживаете все, что можно, только в команде. Плюс вы даете контроль, который также сейвит ваших тиммейтов. Это вторая сборка, ребят. Вторая основная сборка, которая есть сейчас у нас на Грубере. Третья сборка, про которую я хочу сказать. Да, 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 да. Это опять же, опять же, возвращаемся к патче 3.1. Разрабы красавцы красавцы, и вот они действительно поработали очень хорошо. Если вы, знаете, после каждого патча с 1.0 на переход на 1.6 был отток людей. С 1.6, там, с 1.0 на 1.6, а почему Сиена больше вторая не дамажит, а почему Виктора отняли талант, а все, а все, а все, мы не понимаем патч, мы не понимаем его баланс, мы не хотим ничего переучить, не хотим ничего не видеть. Вот это вот, это очень страшно, ребят. Вот это мне было неприятно осознавать, читая ваши комментарии. Под хантером люди пишут как бы да все классно но хантер типа отстой нет это не так все сейчас вот ну я когда дойду если найду говеного персонажа я вам это сообщу вот в предыдущем патче я вам не стеснялся и говорил на ком я играть никогда не буду и считаю их ну ниже дна сейчас пока таких персонажей не нашли. Патч э, продуман очень хорошо. Респект, респект и уважуха разработок. И вот чтобы вы сейчас э, с 2.0 э, переходя на 3.0, да, чтобы вы не, э, ну как бы во-первых время, ребят, понимаете, вот я провел 3000 часов и я каждый раз кайфую, потому что игра для меня меняется. Я осознаю ее полностью и у меня много контента появляется. Э, у вас же, если вы не хотите принимать новые данные, не хотите осознавать их, то у вас контента становится с каждым патчем меньше и вы бросаете игру. Скажите, что это не так, скажите, что вы не знаете знакомых, которые уходили после патчей. Да, это не происходит там, никто не осознает и не говорит, что я ушел после патча. Но примерно в этих сроках. Я думаю, что вы найдете по одному знакомому. Собственно, ребят, двуручный меч. Двуручный меч, который апнули. Апнули так, как надо. Ему повысили скорость атаки на 10%. И теперь это офигенское оружие, флойда вплоть до потому что вырезаете вот все, да, к сожалению, как и было до хаос варов. То есть вплоть до хаос варов все таргеты ваши, все режете. Шторм берсерки, монахи, волны просто в хламину разрезаете. Клиф идеален, а вы знаете, что на катаклизме очень важен клиф команды. Если вы знаете, вот чувствуется, когда РДД играют, и вот ты постоянно под ударами, под вот, со всех сторон. Почему? Да потому что клива не хватает, контроля не хватает, клива не хватает, и вы просто не можете убить все. То есть пока волна бежит к вам и вы РДД шите, вы ее чистите. Но как только волна к вам приблизилась, начинается полный хаос и беспредел. Двуруч всегда обладал максимальным кливом, максимальным кливом, который кливает даже броню, а, сколько, я не помню, 4 точно штурмеров, по-моему до 5 штурмеров наемник клифает, но не суть, клиф это также ребята стагер, стагер это, это стан, это также ДПС для группы. То есть, да, с хаосварами у вас та же беда на катаклизме, что и была. Но здесь, как кто-то э, в комментарии на стриме сказал, ну ты же не один играешь, у тебя же три человека еще в команде. Ну да, но вы должны об этом помнить, что три дебила с вами могут быть. И э, хаосваров не будет никто убивать, поэтому все тогда забей. Вот. Но, конечно, оружие стало шикарное. В любом случае, рекомендую там хотя бы с друзьями попробовать. Очень классная игра. По талантам, ребят, строевая подготовка, вместе веселее, первооснова, да-да-да, на двуручном мече, на котором я говорил, что невозможно ничего проклять. Теперь, теперь просто ты шикарно прокаш, видите, урон увеличится, да, то есть, потому что теперь ты имеешь вас даже на хэви атаках прокать, ребят, даже на хэви, там, чередую с лайт-атаками, под основательным то ударом, под быстрым истреблением, кстати, к кста. 100. А почему быстрое истребление? А потому что скорость атаки увеличили, и система 3.1 изменилась критов. Я теперь критую и двуручным мечом, и да, у меня опять нет здесь на бижутерии крита. А я критую, я прокую быстрое истребление. Первая основа, ребята. Первая основа, здесь вы видите опять готовность к удару. Просто ДПС нереальный. ДПС, э, говорю, вот вы будете просто резать все из-за Клива. На хэви-атаках по монкам через волну, понимаете, вы их будете резать. Криты прокуют. Вы видите криты? Прокуют. Тоже охуительнейшая сборка получается в текущем патче. Рекласский Жнец. Барьер из клинков. Почему барьеры из клинков? Потому что вы здесь контактник. Вы контактник. Вы в самую плотную играете с толпой. А также для, опять же, отката ульты неплохо заходит, потому что хилитесь вы крайне быстро через нанесение удара по нескольким целям, а уж лучше, чем это, чем двуручный меч, не наносит ничто, 29 целей, ребят, клиф, но ничто не наносит лучше, да, то есть вы всегда можете отхиливаться, вот, но здесь нюанс, как всегда, как в анекдоте, если вы играете с рандомами, возьмите увеличенный радиус, почему? А потому что хаосвары вы не должны терять блоки, то есть чтобы иметь возможность уйти от хаосвара, хотя бы как-то на безопасное расстояние, хотя бы как-то на безопасное расстояние, да, лучше иметь увеличенный дождь. Если играете более-менее или в себе максимально уверенно, берите барьеры с клинков. Барьеры с клинков я уже объяснил для чего и в какой связке работает. Вот. А еще что изменилось? Помимо того, что на 10% увеличили базовую скорость двуруча. А, кстати, не только у грубера. Вот. А еще увеличили на... Короче, вот видите, хэви-атаку мы замедляемся. То есть вот мы бежим стандартной скорость. на хэви-атаке такое замедление. Раньше оно было практически стопящее. То есть мы, когда заряжали хэви-атаку, у нас скорость оставалась 20%. Сейчас его подняли до 60% от базовой скорости. Это важно! Это очень важно. А почему? Потому что на увеличенном додже мы делаем додж за себя и заряжаем хэви атаку. И не на месте это делаем, а продолжаем опять. То есть кайтить, продолжаем уходить от ударов, что нам позволяет с вами, что нам позволяет с вами убивать и вырезать тех же самых монков, еще раз говорю. То есть, вот монки, вы приняли первый удар в блок, как обычно, да, там, блок тут же сняли, сделали дождь назад, например, когда у вас особенно увеличенный дождь, и начали заряжать хэви-атаким по фейсу. Они уже до вас не достают, а вы их всех убиваете. Спокойно и непринужденно. Шторм верминов, все то же самое. Здесь стараетесь бить по головам, но если он один, то у нас всегда, соответственно, лучшая ротация, максимальный урон по броне, это через пуш -атак ребят это я так напоминаю просто и опять криты опять криты ребята опять криты по характеристикам 5 процентов шанса крита 5 скорости атаки пехота скавины а, так, что у нас? А, понятно. Вот, а, два к выносливости, потому что, как нам сказал, а, важно на двуручном мече именно вот это вот пуш-атака, но чтобы хоть какой-то депос иметь по несчастным хаосварам. То есть, чем больше можем их сделать, тем, соответственно, а, больше урона нанесем ему. Ну, хоть как-то, скажем. А у меня опять, ребят, природная связь, но вы смотрите сами. А, значит, вторая бижутерия против пехоты. 5 скорости атаки. Здесь все как а, на Палачевском, потому что... Первооснова, скавины и пакмастеры меня интересуют больше. Вот, по хаосварам мне не даст никакого, к сожалению, дополнительного урона двуручный меч. И последняя бижутерия 30% к восстановлению стамины, 33% сопротивления проклятию и гренадер. Восстановление стамины это априори один из важных статов при игре на двуручном мече. Так как я сказал, вот эти вот куш-атаки нам крайне важны. А при уничтожении брони для этого нам нужна станина, да? А иногда все-таки еще и что-то блокируем. Так что вот так вот, ребята. В общем, у нас получается три сборки на основании палача. Это важные, то есть это самые топовые сборки, самые домашние. Я вам все показал, рассказал. Вторая сборка, это у нас, ребят, бульдозер, который просто самая саппортная сборка в игре, из которых только существует. Не пытайтесь сравнивать ее с третьей сиеной. Не пытайтесь. Сиене нужно получать по ебалу и получать перегрев. То есть быть на волоске от смерти это скиллово, это мало кто сможет и все. Если она не получает поебало, то есть не получает перегрев, не, в смысле до взрыва, до стадии взрыва не доводит, то откат ульты у нее всегда с одним и тем же КД. А это значит, что не дает ничего. Здесь мы имеем 28 секунд, 30 секунд на откат ульты, на заливание ХП мы даем быстрое истребление, мы поднимаем максимальный ДПС, мы убиваем спешалов, мы вообще красавцы по жизни. Вот. Значит, на что, как я сказал, обратить внимание дальше? Это двуруч, обязательно попробуйте, очень рекомендую, очень приятно, но в рандом идти, конечно, еще раз говорю. Да, у вас есть три тиммейта, но не факт, что хоть один из них справится с хаусваром. А тем более с патрулем. Всегда мы рассчитываем, что хаусваров мы меряем по патрулям, а не по единичному. Разумеется, единичного вы сами раз, разнесете в хламину. А вот если их уже больше, то это проблема. Собственно, вот такие вот три у нас сборки. Четвертая сборка, которая практически не претерпела изменений, которая остается настолько же актуальной и настолько же мощной, как и была в предыдущей версии, это Гаус. Гаус сборка а, Здесь, как говорится, не в талантной базе ничего не меняется. Вот здесь вот менять опять не нужно, потому что здесь у нас не двуручное оружие, у нас здесь и так великолепно все с дожами. Смысла от доджей нету. При том, что э, это все-таки дает защиту как ДД второго тира, как со 150 хэпами. Там 25%, не 30, ну и хрен с ним. Зато у нас есть откат ульты, который будет еще быстрее, и так далее. В общем, по талантной базе, вот таким вот образом все выглядит. Вооружение тоже никак не поменялось. 10 хаос, 5, скорость атаки, быстрое истребление. А здесь, ну, это мой вариант, ребят. 10 хаос, пехота и охотник. Я прокаю охотника и повышаю еще в милизоне э, ДПС для тех кто этой сборкой никогда не использует так быстрая демонстрация я поясню что нужно делать а, то есть вот у нас например идет волна а у нас соответственно у дробовика с приклада нету нету прока то есть видите а, количество целей То есть не так как 5 ударов нужно сделать А просто вы делаете как бы один удар Если по волне заходит там 5 целей Он сразу со всех считает счетчик Тем самым вот таким вот образом Грубо говоря вы можете сразу активировать Два таланта то есть Сюда вы активировали себе быстрое истребление Догнали еще раз до крит шанса А здесь вы себе прокнули быстрое истребление То есть моментально все это делается Вы сразу и с быстрым истреблением И с а, хантером как вы видите А оружие поскольку а, меч был не самые домашние то 25 процентов паура это шикарная прибавка к урону поэтому я использую именно power да здесь же вы можете использовать ä, проныру то есть ä, как было изначально задумано в этом билде то есть ä, делаете вот так у вас зарядился крит все проныра прокнул вот так вот снова крит Снова стреляете, снова, короче, то есть без потери амуниции. Но я напоминаю, что амуницию увеличили у нас и здесь. И поэтому становится еще комфортнее играть через Хантера. Но это дело ваше, как говорится, что вы выберете. Так, ну опять у меня опять реген. Два к выносливости. Потому что ротация, ребят, вот это гораздо важнее, чем блоки. На этом оружие мы не блокируем, мы чаще используем вот таким вот образом. Вот. Подробнее, ребят, если вы интересует, смотрите предыдущее видео по Гаус Груберу, потому что там я более подробно рассказываю. Бижутерия, броня, скорость атаки. Ой, не заменил, ребят. Короче, вот так вот. Ошибка. Щедрость. Разумеется, тоже щедрость. Давайте сразу перезапишем. Ошибка, ошибка произошла. Все, вот таким вот образом. То есть щедрость, как я сказал, эффективность будет гораздо выше, раздав кому-то банку из тиммейтов. Последняя бижутерия 33% с определенным проклятием, 30% скорость восстановления запаса сил. Обязательно восстановление запаса сил. Гренадер. Гаус сборка готова. Вот. Вот это как бы отличные новости. Вот сборочки мы с вами вот таким вот образом разобрали. А теперь не... Так, ну есть еще одна. Здесь мы быстро проходимся. Это полуторный меч. А, разумеется, играть можно, но я его оставил. Знаете, при выборе такого изобилия билдов на наемнике, я этот все-таки меч оставил именно для граальчика. Вот, но по факту, билд вот такой вот у нас так вот выглядит с вами. Да, здесь опять на выбор. Все остается у вас на выбор. Ульта, как видите, везде, к сожалению, только такая. Отход, ну, помойка отход. Так, вооружение, 5 шанс крита, 5 скорость атаки, быстрое истребление, пистоли пехота скавины, 20 здоровья, 30 понижения стоимости блока, потому что хэви атака у нас все-таки заряжает именно блок и будет эффективно не тратить щитки. 10 против хаоса, 5 скорости атаки и щедрость. Здесь пистоли у нас уничтожает все, всех спешл, потому что возросшая сила, поэтому хаос стоит. Ну и как раз с полуторным мечом очень даже неплохо заходит именно против хаоса. Вот. И 33% сопротивления проклятию, 5 шансов крита. Гренадер. Вот. Это все как бы по основные сборки, которые у нас были. И две сборки, которые сейчас практически становятся неактуальными или же ненужными. Первое это... Через щит, эта сборка, она становится неактуальной, во-первых, потому что она по большей части повторяет сейчас сборку на копье, за исключением того, что здесь для того, чтобы играть на щите, нужно восстановление стамина, для того, чтобы поддерживать ротацию, что не является гуд, так как мы играем именно, если в бульдозере через максимально быстрый откат ульты. Ну, а второй момент, ребят, щит и меч, разумеется, не дает такого ДПС. Да, копье это не топовое оружие по ДПСу, но в разы больше, чем, соответственно, у щита и меча. Вот, кому интересно, соответственно, сборка по талантам выглядит вот таким вот образом. Здесь все так же и осталось, как было в предыдущей, только ульта снова пошла взамен. Вот по вооружению 5 скорость атаки, 10 против скавинов, это для стагера, быстрое истребление, пистоль пехота скавина, осторожный стрелок, 2 к выносливости, 20 здоровья, природная связь. 10 против хаоса, 5 скорости атаки, щедрость. И здесь 33% сопротивления проклятию, 30 к восстановлению стамина. Потому что как бы в ротацию нужно соблюдать. И здесь очень важно, чтобы вы имели возможность восстанавливать щитки. В противном случае, как бы, если восстановления стамина не будет, поэтому я сказал, вы здесь не сможете поддерживать нормальные ротации. И как следствие, а, то есть у менять на этой уль на этой бижутерии на ульту нельзя в этой сборке. Но сборка остается, как бы кто захочет через щитик поиграть, то пожалуйста. И самая расстраивающая сборка, ребят, это алибарда. А, алибарда, алибарда, алибарда. Это самое грустное, что произошло в этом патче для наемника. А, с одной стороны, в ней есть плюсы, потому что А добавили Линнансман, соответственно, у нас вот здесь вот добавили, да, вот здесь вот Хэви Ливенсман добавили, то есть на первую, соответственно, атаку. Но, но, это практически, как бы сказать, она не самая эффективная, как вы видите, по урону по броне, а при этом, как бы, наносит максимальный стагер, что, ну, такое себе, Такое себе, как говорится. Не очень. То есть, этой атакой, в принципе, практически никогда никто не пользуется. Вот. А, так как у нас по броне ротация вот такая. Вот таким вот образом, да, работает. Через урон по голове. И а, этот удар, он, в принципе, ну, достаточно скрыт. Плюс переделанная ротация не позволяет сейчас использовать... вот, ну, Раньше была вот здесь вот. Вот это вот, то, что сейчас заряжается, вот эта херня, да. Который никто не использовал. Раньше же здесь была у нас вот такая вот хэви атака, которая рассекала толпу. Рассекала толпу. Теперь, как вы видите, ее невозможно использовать. То есть раньше мы использовали вот такие вот ротации, когда это лайт атаки. И точно так же можно было заряжать первую хэви атаку через влог постоянно и резать еще больше и еще эффективнее. Особенно, когда жирные мавы подходят. Вот сейчас этого недоступно. Этого недоступно. Плюс, ребят, в чем я вижу еще проблему в сборке? Раньше, если у нас э, Алибарда имела отрицательный дождь, сейчас ей типа дали дождь нулевой, это как бы все замечательно, да. Но вот, вот по этой сборке, ребят, очень сильно ударило понижение резистов. То есть раньше мы в совокупности имели с вами 65% понижения урона и плевать было на пропущенные удары. Тем более мы всасывали через эти пропущенные удары ДПС, откатывали ульту. И как следствие производили ну, кричали снова получали новые резисты и спокойно разваливали все подряд то есть мы скажем так игнорировали большую часть урона сейчас к сожалению это невозможно то есть каждый удар в этой сборке ощутим баланс прихода хп к уходу хп нарушен вот и как Следствие, но ну, э, очень неудобная сборка. Э, по ротации, ребят, ротация сейчас должна выглядеть следующим образом. Она тоже крайне неудобная. То есть, смотрите, лайт-атака, а потом сразу хэви-атака. То есть, вот таким вот образом сейчас есть ротация, вот, э, которую вы можете использовать. Но вот видите, сейчас хэви-атака проскочила первая. Ротация очень неудобная из-за анимации. Чуть-чуть где-то вот, чуть-чуть где-то вы прослакали, чуть-чуть вы где-то ошиблись, чуть-чуть алибарда застряла раньше в противнике, чем вы предполагали. Ротация сбивается и все. И все как бы все сбито, все, шеф, все пропало. Плюс ко всему прочему, видите, удар, очень, траектория удара, очень высокая диагональ, то есть, не как бы неровненькая горизонтику, да, а крайне такая, справа налево, вот это вот, как бы, и все, что у вас получается, там вот диагональ 45 градусов, вот разделите себе экран сейчас, проведите диагональ в 45 градусов, и вот все, что ниже 45 градусов, будет вам настукивать. Вот, вот, видите, то есть все, что справа от вас вот здесь, вот, все попадает в зону того, что вы получаете. Как бы не стагерите, не наносите урон, и вам отсюда прилетают удары. Это очень неудобно. Это очень неудобно. В общем, но если вдруг кто хочет пробовать и осваивать, я как бы решил, что смысла нет, так как удовольствие в сборке больше я не получаю. И как следствие, а смысл. Она становится сильно завязанной на игре в, с, с тиммейтами, так как. А, если тиммейты вам не помогают, вы, опять же, вы на волне уже не справляете. То есть, если волна не прет у вас вот таким вот образом, вот из узкого прохода, и вот вам все в лицо. То есть, если хоть немного растаканного э, говнеца вокруг вас находится, все, солибарды чувствуете себя как мальчик для битья. Таланты. Строевая подготовка. Урон по нескольким целям. На гору, ребят. Я замерял вот эти два таланта вместе веселее на гору на разных оружиях. Чем меньше ДПС у оружия, тем меньше разница в этом таланте относительно этого. То есть при том, что, соответственно, если цели 4 или 3 цели, то этот талант вообще превосходит его по урону. Так что здесь выбор за вами остается, останется, да, что вы хотите взять. Вот. Но это работает всегда и по всем противникам. Это же работает только когда есть противники и еще и в количестве. Вот. А плюс, как я сказал, здесь проблема оружия в том, что и так клива не хватает из-за того, что такая дебильная траектория ударов у оружия. Вот. Возросшая сила, чтобы хоть что-то у нас было. Да, а можно взять первооснову. По типу того, что я вам рассказывал. Но, к сожалению, настолько низкий уровень поражения, что. Ну, в общем, я оставил для пистоля. Я здесь оставил для пистоли, тоже решаю. В общем, по Барде, ребят, если у нас есть спецы, которые хотят что-то, пожалуйста, в комментариях пишите. С удовольствием выслушаю, рассмотрю все предложения. Потому что не нашел я здесь оптим... У меня прям то, знаете, одно исправишь, с другого колбасить начинает. А Второй исправишь, с третьего колбасить начинает. А вот так пытался. В общем, по-разному пытался не нашел оптимального, комфортного э, варианта игры. Все, на безопасное расстояние дождь. Да, у нас там нулевой дождь. Теперь хоть почувствуйте себя человеком, как говорится, а не статуей. Вот, готовность к удару. Все как всегда. Здесь у нас уже, к сожалению, Алибарду с хаосом, которая требуется нам, и которую раньше мы играли на опеке Хельберга нельзя сейчас использовать, то есть она эти 10 хаоса крайне важны на самом деле, но ладно, мы их лишились. Дальше, 10 пехота, 10 скавины, осторожный стрелок, выносливость, 20 здоровью, обратите внимание, дар шали, это вот самое оптимальное, что я нашел как раз. Реген, да ни в коем случае, потому что постоянно, на этом оружии ты постоянно пропускаешь сюда, вот постоянно тебе прилетает откуда-то сбоку, с края, слева, сверху, говорю, это, ну это разумеется, я говорю об игре с рандомами, то есть, возможно, если вы играть будете спать, из, где вы будете держаться все в нормальном месте, позиционку, такой проблемы не будет, и алибарда, как всегда, будет на. Но в игре с рандомами, которые хер поймешь, где хер поймешь, зачем, то есть, постоянно прилетает удар. То есть, здесь хоть как-то выравнивает баланс по восстановлению хп, чтобы ты хоть как-то мог отхилиться по-человечески, и чтобы поддерживать себя в нормальном состоянии. 2 к выносливости, 20 к здоровью. 10 против хаоса обязательно, ну, на пистоле. И поэтому, кстати, поэтому я и возросшую силу взял. Потому что в этом случае и пистоль мы активируем по максималке, которая фигарит теперь всех спешалов с одного выстрела. И для алибарда это очень важный параметр, я в предыдущем видео рассказывал. То есть это брейкпоинты, которые сокращают там на 2, на 3 удара почему-то. Именно, блин, то есть не на там один удар, не на 10, а вот прям вот, прям вот разница колоссальная. Вот, и последняя бижутерия: 33% сопротивлению проклятию, 30% к восстановлению запаса сил. на надер. Запас сил обязательно, потому что наша основная ротация. Здесь она так и осталась. Через блок. Вот таким вот образом. Как бы, то есть пуш-атака, лайт атака, лайт атака. Пуш атака, лайт атака, лайт атака. То есть, вот такая вот ротация. Поэтому щитки нам обязательны, и без них мы, как бы видите, то есть не было бы восстановления, мы бы остались э, в жопе. Вот, а крит периодически все-таки прокает, да, я проверял. То есть можно вернуться обратно на пеку Хельберга для того, чтобы взять нормальную Алибарду под, скажем так, под игры, но это уже не так важно, как было в предыдущем патче, где критов как хер не сыщешь, да, там. Вот. Собственно, вот так вот, ребят. Вот такие сегодня на сборке. Я рассказал, наверное, практически все, что по этому персонажу было только возможно. Мы рассмотрели практически все оружие. Остальное оружие не вижу смысла рассматривать. Вот, точнее, не нашел смысла рассматривать, слишком оно все равно еще слабовато. Вот. Надеюсь, что видос был полезен. Но самое главное, что я хотел бы сказать, что. Ребят, старайтесь открыть глаза, открыть душу, сердце. Я не знаю, как вам еще сказать. Но не замыкайтесь в предыдущих знаниях. То есть не будьте настолько консервативны. То есть все, что сейчас произошло в игре, это к лучшему. Это замечательные изменения, которые позволяют вам по-другому сыграть в эту игру. И еще наиграть тысячу часов и еще продолжить ждать следующего патча и следующего DLC, чтобы новый контент вам подвезли. И это все должно происходить с удовольствием. В противном случае вы сами себе режете контент, но дело ваше, как говорится. Я постарался вам сегодня видео, поэтому я искал, что оно важное. Я постарался именно раскрыть глаза, что ли, если это так можно назвать, на подобные вещи. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Жду вас в комментариях. Пишите обязательно. Я хочу слышать и понимать, насколько вы поняли ту информацию, которую я довел, или насколько нет. Всем, как всегда, удачи, хороших каток и до встречи в игре. Всем спасибо, всем пока.